Белые дорожки кокаина на моем лице. Мама, меня подставили, и я не принимаю ЛСД, но голова будто в свинце. Мама, меня заставили. Алая-алая кровь и нож в моих руках. Мама, я не хотел. Мама, это не я. Украденные деньги. Банкир терпит крах. Мама, я же не мог, я не такая свинья. Пистолет, пуля в голову. Я здесь свидетель. Мам, я схожу с ума. Я больной человек ведь? Господа полицейские, я ни при чем, я тут всего-то заметил. Мама, я идиот. Кругом огромные сети. Срок заключения месяц. Далее лишь больница. Мама, спаси, помоги. Я не преступник, я псих. Что тут за шприц в руках? Кто, черт, эта девица? Мама, ну помоги же. Мама. Голос затих. Этот длинный тоннель, кажется, вовсе не кончится. Шизофрении не победить, даже если захочется. Психиатры не вылечат, они не помогут, увы. Болезнь съест изнутри и не спасут даже швы. Если вы думаете, что это круто быть ненормальным придурком, я вас расстрою, это ужасно, жить вот с такими вот глюками. Это диагноз разъедает мой мозг, проблема внутри меня. Она шепчет: умри же, умри, скорее сойди с ума. Этот длинный тоннель, он вовсе не начинался. Я сумасшедший, я псих. Да, сам во всем признался. Где же я нахожусь? Найдите, прошу вас, ответ. Делайте что угодно. Дайте мне пистолет. Шизофрения — диагноз. С ней не сравнится чума. Шепчет она или слышно? Давай же, сходи с ума. Мама, спаси, помоги. Я не преступник, я псих. Мама, прошу, приди. Выстрел. Голос затих.